Департамент социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации рассчитал индекс бедности 35 городов России с населением более 500 000 человек. В списке, начиная с самого бедного города, Уфа расположилась на 24-м месте. В тройку самых бедных городов России вошли Тольятти, Астрахань и Пенза. В лидеры по благополучию выбились Владивосток, Москва и Екатеринбург. По данным исследования, выяснилось, что больше половины уфимцев, 55%, считают себя малообеспеченными, 10% назвали себя критически бедными. Мы решили узнать у уфимцев, как они оценивают результаты социологического опроса. Мы как-то справляемся. Я бы не могла себя отнести к той части населения, которая испытывает такие уж сильные материальные трудности. Но стало немножко посложнее, конечно. Инфляция растет, а зарплаты остались на таком же месте, на таком же уровне. Ну, я думаю, я отнесу себя к среднему слою населения. Статистически нет, а по факту, да. А согласно официальным данным, прожиточный минимум установлен около 7 500 рублей. Но по факту, если посчитать потребительскую корзину, она значительно больше. Я считаю, что прожиточный минимум сейчас порядка около 15 000. Цены высокие, во-первых, очень высокие. Жить невозможно. Квартплата очень высокая. Бедному населению вообще невозможно жить. Так как сегодня только стипендию получаю, больше дохода нет, подработаю, все. Можно справиться. Все от себя, самого себя зависит. Ну, мне средний. Я все-таки получаю 11 000. Мне так хватает. Сад есть, в саду работаем. Ну, желательно получшего. По результатам нашего опроса к малообеспеченным себя относят 48% респондентов. 32% считают, что у них средний уровень дохода. И 20% воздержались от ответа.